Мы должны сделать нашу страну самодостаточной. В этом главное проявление суверенитета. И то, что вы все вместе делаете, да, в экономике в целом. Когда всему миру, и главное нам самим, стало ясно, что мы самодостаточная страна. Вот смотрите, у них экономика, они поднимутся. Там фундаментальные основы экономики в США и в Европе, они хорошие. Они поднимутся. Но сегодня они внизу, там минус в основных экономиках. А у нас плюс. Вот даже дело не в том, что сегодня вот так, а дело в том, что мы сами себе и всем показали, что мы самодостаточная страна. Они рассчитывали, что у нас рухнет финансовая система через 3 месяца, экономика через полгода, предприятия закроются. Где же закроются? Только, значит, я сказал, только в ваш сектор пришли 500 000 человек за 1,5 года. И так по очень многим другим направлениям, в том числе в высокотехнологичных отраслях, мы становимся самодостаточной страной и в сфере экономики, финансов, в сфере обороны и безопасности, в социальной сфере. Вот мы сейчас говорим о жилье, да? Но мы же делаем это все. Все это происходит. У нас самый большой показатель за всю историю страны по жилищному строительству. 110 с лишним миллионов квадратных метров жилья построили. Такого не было никогда. А мы это сделали.